А гости в доме так это приняли, устраивать? Святое, но опять есть некие сложности. Вот я ненавижу, например, эту процедуру тостов. Вот я к грузинскому столу отношусь очень как бы предвзято, потому что когда начинаются эти вот обязательные тосты, которые нужно выпивать, и все это нужно просидеть, вообще к церемонии плохо отношусь. Кроме всего, Симага никогда не курил, не пьет. За все 50 лет, говорит, от силы выпил 3 бутылки водки. Все эти пороки, опять-таки, в шутку рассказывает, компенсирует его жена. Да знаете, еще есть такая теория, что если нет явных пороков, то есть скрытые. Так вот, моя жена всегда демонстрирует явные пороки, чтобы все знали, что вот я вся на ладони, даже с пороками своими. Это тонко. Вы мужчина хозяйственный? Нет. Вот с гвоздем, вот например, это надо было спросить с пилой, с гвоздем, это вы меня, это зря. Это может скомпрометировать меня напрочь совершенно. То есть, если дать мне в руки молоток, то я могу сказать, что это зрелище для слабонервных. И к тому же я не люблю трудиться. Нет, во-первых, первый может сказать, что это отвертка, а совсем не молоток. Начнем с этого. Нет, до такой, это действительно до такой степени. Зато в спорте он активен с детства. Кстати говоря, как и лидер нашей партии, в волейбол играл, был кандидатом в мастера, несмотря на то, что маленького роста. Тогда волейбол был немножко другой. У тебя средний рост. Спасибо. Ты настоящий товарищ мой. Вот. Хоккеем. Очень долго занимался каратэ.